34-я школа Мурманска отметила 60-летие. За это время из ее стен в большую жизнь отправились более 6 тысяч выпускников, среди которых известные спортсмены, врачи и ученые. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. 34-й школе города Мурманска исполнилось 60 лет. Сегодня ее ученики щеголяют в костюмах и строгой почти офисной форме. И только банты, заплетенные волосы девочек, напоминают о том, как одевались их сверстники в советское время. В небольшом школьном музее бережно хранят атрибутику тех времен. И по этим экспонатам педагоги рассказывают детям новейшую историю. А еще сотрудники образовательного учреждения гордятся тем, что в их классах обучаются дети более 40 национальностей. Белорусы, украинцы, латыши, эстонцы, узбеки. Всех и не перечислить. В нашей школе комфортно учиться. Мы понимаем, что нужно учить всех детей, несмотря ни на что. Потому что для каждого родителя свой ребенок самый лучший, и поэтому стараемся учить всех детей. За годы работы выпускниками школы стали тысячи молодых людей и девушек. Многие из них построили успешную карьеру художников, актеров, общественных деятелей, врачей, инженеров, строителей, рыбаков и спортсменов. О каждом выдающемся выпускнике здесь помнят. А в коридоре даже есть целая фотогалерея. У многих жителей нашего города наверняка есть свои воспоминания, связанные с этим образовательным учреждением. Например, глава города Мурманска говорит о 34-й школе как о месте своей первой работы. Так как я сюда пришла работать пионером, у нас тогда самые какие мероприятия тогда были? Сборы дружины, пионерские линейки, сбор макулатуры, самый любимый праздник у ребят был, сбор металлолома, всевозможные спортивные соревнования. Поэтому вот у меня от тех лет именно в этой школе остались такие ощущения праздника. Сейчас в школе преподают отличники народного просвещения, а также обладатели звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Поэтому обучающиеся неизменно показывают высокие результаты на всероссийских олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. И, конечно, мы будем делать все, чтобы вот те высокие результаты, которые у этой школы есть, чтобы они продолжались. Несмотря на солидный возраст, у школы множество планов, идей и задумок, которые благодаря сплоченному педагогическому коллективу, родителям и детям обязательно удастся воплотить в жизнь.